Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог. Но прежде я вам хочу показать, я себе заказала одну такую вещь. Просто искренне хочу поделиться. Вы знаете, что я люблю, ну, какую-то такую, знаете, особенность вечером. Я очень люблю заниматься вот какими-то такими, ну, творчеством. Я назову это так. Я себе заказала деревянные пазлы. Девочки, это просто огонь. Во-первых, хочу вам показать, как все было упаковано. Я чаще всего занимаюсь, вот у меня дети идут в школу, приходят со школы, там делают уроки, они делают уроки, а мама что-то вот такое вот делает. В общем, деревянные пазлы заказала вот такие. Я вам ссылочку, конечно же, оставлю под этим видео. И я заказала чисто для себя. Мне в подарок положили вот такой вот маленький пазл. Отдельно лежали детальки. Нужно было собрать вот такую коробочку, в которой можно хранить. Я просто собрала уже этот пазл, и он небольшой, но, знаете, такой прям релакс. Наливаешь себе чашечку кофе вечером. Ой, чашечку чая вечером. Вот. И просто собираешь это нечто. Посмотрите, какая птичка классная. Я вам все поближе покажу, конечно же, собранный мой вариант тоже покажу. Я хочу просто разобрать, положить в коробочку и потом зимой собрать еще раз, потому что мне безумно понравилось. Детальки все, ну, такие, во-первых, деревянные. Он даже пахнет вкусно. Вот я не могу. Я когда собираю, у меня еще, знаете, такой аромарелакс, потому что я люблю вот такие ароматы. В общем, вот такой вот сделала птичку. И отдельно собрала, то есть отдельно шли детальки для того, чтобы собрать коробочку и хранить здесь не собранный вариант, а именно сами пазлы. И когда вы собираете, допустим, чтобы они были здесь, потому что у меня коты животные, вы знаете, что это чревато тем, что все отсюда выпадет. И все это, ну, я сейчас не буду, плотно закрывается. В общем, супер. Но самое главное, во-первых, вот эта коробка. Отличный вариант на подарок, кстати. Она вот так открывается. Видите, какая здесь красота. И внутри лежит вот такая вот коробка. Я все это сняла отдельно. И вот такой вот у меня получится. Давайте я покажу. Смотрите, здесь крышка открывается. Внутри идут вот... Ой, как они вкусно пахнут. Я не знаю, почему мне очень нравится. И внутри получается вот такое вот дерево. Я буду собирать. Девочки, посмотрите, какая прелесть. Это просто для настроения, для хорошего сна, потому что, ну, я вот такими вещами занимаюсь вечером. Здесь тоже все деревянное, на крышечке идут вот такие, как бы, пазлики, и все вот сюда собирается. Сами детали – это просто нечто. Давайте я вам покажу все это дело поближе и потом немного расскажу. Вот я как раз заканчиваю собирать вот эту птичку, немножко вам поснимала. На самом деле кажется, что, ну, вот когда я только начинала собирать, кажется, что достаточно сложно будет собирать такими пазлами, которые имеют такие различные фигуры и так далее. Но оказалось достаточно просто. Главное начать, что называется, и можно будет достаточно быстро собрать вот такую замечательную картинку. На сайте там очень много различных вариантов данных пазлов, да, то есть вы можете выбрать то, что больше всего вам нравится. Но я обожаю такие вещи. Меня они, как я уже и говорила, да, и повторюсь еще раз, очень успокаивают и как-то, не знаю, настраивают на какой-то позитивный лад. Мне вообще очень нравится. Посмотрите, какая прелесть птичка. Это вообще меня покорило настолько, что, я не знаю, очень яркие краски такие, да, и сама птичка тоже потрясающая, да, как картинка. Я ее с удовольствием поставлю куда-нибудь, чтобы она была вот такой вот. Вот идет коробочка. Это то, как были пазлы, да, то есть коробочку отдельно собрала я сама, да, и внутри пазлы, которые можно хранить, соответственно, в этой коробке, и они у вас не потеряются. Вот так вот пришла упакована мне данные пазлы. Все хорошенько запаковано. Отлично будет вот этот пазл на подарок, потому что сама коробка тоже, да. И вот здесь вот показываю буклетик, что здесь очень много различных, и для детей можно что-то выбрать, да, и для себя. В общем, супер. Вот они как раз
пазлы различные, которые можно здесь собрать. В общем, выбор, ассортимент очень большой. Я вам, конечно же, ссылку оставлю под этим видео, но прямо от всей души рекомендую. Я очень увлеклась на самом деле. И очень нравится. Еще нравится то, что сделана еще и коробка, в которой можно хранить непосредственно все эти пазлы. Вот здесь вот показываю вам буклетик. Посмотрите, сколько много. Вы можете зайти на сайт и также посмотреть. Вот видите, различные тут динозавры для детей можно заказать, да. И, ну, в общем, мне очень понравилось. Вот, так что от всей души вам рекомендую. Я сняла защитную пленочку, да. И вот таким вот образом выглядят сами пазлы вот эти вот. Подставка идет под картинку, да, чтобы удобнее было собирать, чтобы можно было где-то подсмотреть, если нужно. И вот сами детали. Вы посмотрите, то есть сами пазлы, да, как они выполнены. Очень здорово. Не знаю, мне напоминают каких-то здесь и зверей, да, вот птичка, например, есть, и просто сами по себе они вырезаны так очень, ну, это прямо некий релакс какой-то девочки, мелкая моторика, она всегда очень успокаивает, вот так вот они вблизи выглядят, очень классно, и приятный аромат дерева от них исходит, поэтому собирать вдвойне приятнее. Вот такую вот картинку, вот такое дерево я буду собирать, мне оно очень понравилось, мне кажется, это такое что-то, не знаю, какие-то позитивные, такие теплые чувства у меня вызывает данная картинка. В общем, теперь начну собирать вот этот вот большой пазл, очень классный, то есть вот эти вот все детальки, они разные, даже вот сами детали, они идут в форме каких-то животных, вот, например, здесь вот, смотрите, птичка, да, посмотрите, какая прелесть. То есть и вы вот из этих деталей все собираете. Здесь вот тоже что-то вот нарисовано, да? Посмотрите, какая прелесть. Девочки, это просто обалденная вещь. Я всем советую, особенности, знаете, вот в конце дня, когда достаточно уставший такой, знаете, где-то понервничал, где-то еще что-то сесть и заняться, для меня это лучшее успокоительное, которое вообще только, даже не то чтобы успокоительное, а такой расслабляющий ритуал. И я постоянно вот хочу что-то, какие-то пазлы собирать, какие-то вот, не знаю, в общем, супер. Я вам оставлю ссылку под этим видео, я очень вам рекомендую. Конечно же, я потом соберу вот эту вещь и вам обязательно покажу. Просто здесь больше деталей, чем вот у этой птички. Вот, и, ну, птичка вообще огонь. Скажите, смотрите, какая прелесть. Вот, и поэтому я буду собирать. Плюс вот такая вот симпатичная даже сама коробка, да, для хранения. Она просто потрясающая. На сайте у них есть много вариантов пазлов. Я вам показала буклетик, да, и вы можете посмотреть, ну, на любой вкус, цвет и вот все, что вы хотите. Мне показалось, что вот такое дерево, оно будет прям вообще, прям для меня. В общем, всем рекомендую, буду собирать и результат обязательно вам тоже покажу. Так что оставляю вам ссылочки, обязательно приходите, тоже заказывайте, очень классно. Ну и давайте сегодня так мы будем немного обо всем, как я уже сказала, влог. Ну и немножко про урожай и заготовки. Меня спрашивали, я, соответственно, отвечаю. Вот у меня огурцы, это у меня тут отрезало. Младший сынок пошел грызть. Это у меня салатные огурцы. Я покупала, у меня 3 кустика всего растет в теплице. Ну, я теплицу показывала свою, да. Она у меня небольшая, поэтому самое то. Вот собрала такие здесь. И помидоры. Потихонечку я их снимаю. У меня помидоры черри красные, черри желтые. И сами помидоры у меня тоже красные и желтые. Вот желтые вообще достаточно быстро спеют. А красные, конечно, я их немножко недоспелыми снимаю. И они у меня уже дома доходят, так сказать, до нужной кондиции. В общем, там еще у меня желтые помидорки. Мы их едим. То есть у меня либо просто муж, дети грызут, либо я делаю, ну, просто салат, помидоры, огурцы и так далее. Видите, желтые мне очень понравились в этом году помидоры. В следующем году посажу их снова.
Немножечко здесь у меня попортились помидорки. В общем, супер, нам нравится. И из помидор я никакие заготовки не делаю совсем. Ну, маринованные помидоры у меня не любят, потому что, ну, просто не любит никто. Вот. В общем, вот такие вот огурчики. Кстати, вот эти салатные тоже очень вкусные. Мне кто-то писал, что они часто бывают горькими. Знаете, нет, у меня вот какой третий год, по-моему, я сажаю салатные вот такие огурчики. Мне они очень нравятся. Сорвал, покрошил салатик, и вообще супер. А уже обычные огурчики маленькие, их можно на закрутки, закатки мариновать, солить, кто как любит. Но лично я обычные огурцы просто мариную. Но в этом году у меня как-то плоховат урожай огурцов. Мы все, что у меня наросло, мы все съедаем. Вот я показываю огурчик, очень вкусный. Прям хрустящие, обалденные, нам нравится. В общем, огурцы я мариную. Вот здесь вот показываю маринованные огурчики. Это, кстати, огурцы привезла мне моя сестра. У нее в этом году, наоборот, огромный урожай огурцов. Я еще добавляю сюда лучок, чесночок. Ну, в общем, все, что есть. Лук, это, кстати, тоже у меня нарос в огороде. Я вот такой маленький его добавляю к маринованным огурчикам. В общем, сестра со мной поделилась огурцами, я их замариновала. Маринад самый обычный, с уксусом, соль, сахар, то есть без... кто-то добавляет водку, кто-то аспирин, там еще что-то. Нет, у меня самый, ну, самый простой, просто добавляю укропчик сюда. И вот мне нравится, как это, горчица горошком, да, называется. Получается, они тогда как-то вкуснее, что ли, я не знаю, вот, но добавляю. В общем, вот такое количество я тут как раз на днях замариновала. Вот, из огурчиков моей сестры, которые наросли у нее в теплице. Но у нее две теплицы. Одна из поликарбоната, вторая, по-моему, из пленки. Вот, и у нее они, конечно, не такие маленькие, как у меня. Они у нее большие, она всегда много сажает. Но у меня сестра просто очень любит всем этим заниматься. Она всякие разные сорта томатов сажает, огурцов и так далее. В общем, она любит развлекаться. В общем, вот такие вот у меня заготовки. Тут вот как раз они стояли у меня под полотенчиком на зиму. В этом году никакие салаты я не закручиваю, просто потому что как-то в прошлом году у меня плохо ели. Еще даже осталось у меня пару банок. А здесь кто-то меня тоже спрашивал по поводу огорода. Ну, во-первых, хочу похвастаться своими тыквами, которые уже пора снимать. Вот. И огород, то есть там у меня, где был огород, теперь у меня цветник. Потихонечку буду его делать. А огород я перенесла вот сюда. Да, шины. Да, может быть, это не эстетично. Это задний двор и не так видно. Задний двор, можно так сказать. Ну, за домом, в общем. Вот, вокруг теплицы. Не знаю, есть в планах на следующий год вот в этом месте, да, вот где я показываю, сделать, может быть, еще какие-то грядочки, что-то туда посадить. Но не знаю, это пока только в планах. Возможно, весной что-то меня вдохновит, и я сделаю. А так, в основном, я сажаю только то, что, вот знаете, сразу сорвал, и можно сразу съесть. То есть салат, ну, вот капусту еще балуюсь. Ну, тыква это просто... Мне нравится ее выращивать, девочки. Вот и все. Они у меня достаточно большие. Единственное, что, видите, уже листья – это мучнистая роса, насколько я поняла, да? Вот. Так, и в конце этого видео я хочу снова вместе с вами распаковать свой заказ с сайта Фармакосметика. Заказала опять себе там по скидкам. Очень часто там хорошие скидки. Бывают какие-то ночные распродажи, там типа из серии до 9 утра или до 10 утра, с 10 вечера, что-то такое. Но мне приходит, я уже говорила, я подписана на рассылки. И мне приходит оповещение, снова все хорошо упаковано. Я никого не заставляю. Девочки, я не сотрудничаю с компанией Фармакосметика, не сотрудничаю с маркой Аравия и Улин и так далее. Просто мне реально нравится, и я хочу делиться этим с вами, потому что, тем более, меня об этом, кстати, спрашивают. Вот пакетики. Так, я заказала себе вот такой вот крем для тела, увлажняющий и лифтинговый. Посмотрите, какая бадья. Слушайте, упаковка прикольная. Розовый грейпфрукт, сладкий миндаль, масло жожоба, зеленый чай, аллантаин, масло ши, пантенол. Очень мне нравятся вот эти вот... Это не первая моя баночка. Была другая у меня до этого.
очень нравится, очень хорошо увлажняет кожу, питает кожу, и при этом не оставляет ни липкого, ни липкости, ни, вот знаете, такое чувство, как бы... Сейчас я вам покажу кота. Смотрите, я тут снимаю, кот у меня сидит. Я, видите, снимаю, и у меня напротив, за столом, на стуле сидит кот. Так внимательно меня слушают девочки. Видимо, я очень интересно рассказываю. Леофан, ты чего? Сидит такой. В общем, кот у меня тоже огонь. В общем, короче, мне нравится, девочки. Я всем советую. Но вот эти вот боди, которые 300, большие объемы, с мочевиной, особенности для тела, мне кажется, не очень подходят. Что-то у нас то солнце есть, то для лица. То есть вот эти вот на каких-то вот таких вот больших тоже бывает написано, что подходит и для лица, и для тела. Вот если написано для лица и для тела, для лица не подходит. Ну, по мне так. В общем, купила. Так, дальше. Я заказала себе крема. Тоже от марки Аравия. Еще раз, я не сотрудничаю с этой маркой. Мне действительно нравится. Кстати, мне некоторые девочки писали, что им не понравилась марка Аравия, а понравилась марка Кора. Так что, если вам не нравится Аравия, попробуйте. Может быть, понравится марка Кора. Почему нет? Мне больше всего понравилось, ну вот если сравнивать Кору и Аравию, то мне больше всего нравится Аравия. Так, заказала вот такой крем-уход для контура глаз и губ с пептидами. Он у меня уже был. Мне очень нравится, особенно пользоваться там в прохладное время года. Он такой достаточно жирненький, подойдет для сухой кожи. У меня сухая кожа, я уже об этом говорила. Еще одну сыворотку, вот такая омолаживающая с коллагеном. Хорошо тоже питает, увлажняет. И, соответственно, крем еще купила. Так, заказала, да? Вот такой крем-лифтик, тоже с коллагеном. Я уже говорила, что вот если отдельно пользоваться только кремом и отдельно только сывороткой, то, ну, эффект такой, наполовинку. Если вместе, то эффект вау. Опять пошло солнышко, опять меня засвечивает, извините. Так, и еще две последние позиции показываю быстренько, потому что я не использовала, соответственно, не знаю. Вот такую вот маску купила. Кстати, что это за изготовитель? Город Москва. Угу, Ботавикос. Никогда не пробовала такую марку. Решила попробовать и начать с масочки. Тоже была на нее скидка. Вот так вот выглядит. Ну, попробую, девочки. Попробую. Если понравится, я обязательно вам скажу. Так, непонятно что. Для интенсивного ухода, видимо, лифтинг. Интенсивная лифтинг-маска для нормальной зрелой кожи. Упаковочка такая прикольная. И вот такую вот еще взяла масочку. Это, по-моему... А, это энергия трав Алтая. Тоже мне кто-то писал про алтайскую косметику. Не пробовала никогда. Вот нашла на фармакосметике. Есть на Вальберес. Алтайская косметика, я видела. Но я, так как делала заказ, думаю, брошу вот такую масочку. Спа Планет Алтай. Энергия алтайских трав. В общем, попробую. Начну с маски. Интенсивно увлажняет, повышает тугор кожи. Начну с маски, дальше там будет видно. Это и все, что у меня есть в заказе. Никаких тут пробничков, подарочков у меня нет. Как всегда, но есть зато хорошая скидка. Так что вот такой вот у меня заказ. Ссылки на эти позиции вам тоже оставлю, кому интересно. Еще раз хочу сказать, что вот попробуйте тогда, если вам не нравится, не подошла марка Аравия. Мы же все индивидуальные. И у всех у нас разный тип кожи, разные потребности, разный возраст и так далее, да. И, соответственно, конечно же, может не подойти. Так что попробуйте марку Кора там. Возможно, вам понравится. Есть достойные продукты, но мне больше нравится Аравия, поэтому я как-то вот упор на нее делаю. Вот. В общем, на сегодня ссылки вам под этим видео оставила. В общем, на сегодня буду уже с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео, было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!